решают заремы. Гребешок. Обворожительный колпак, тебе под сапожки. А с фартуком не сочетается. Так, девочки, кто сегодня дежурный по комнате? Варя. Эй, дежурная. Царевна Варвара Краса. Ой, фу. А я думала, Марлен пришла. Фух. Так, Варя, мы опаздываем, а тебе еще в комнате убирать. А! Варя, через 5 минут начинается урок волшебного домоводства, а ты еще в кровати. Иду на взлет. О, подарок от братьев. Кстати, так ни разу не надевала. Ну-ка. Не поняла. Ой. Привет, я Варя, а ты кто? Привет, я Варя. Нет, я Варя. Не ты одна, я тоже Варя. Я – это ты. И правда, будто в зеркало смотрюсь один в один. Эй, бегите со всех ног, начинается урок. Слушай, если ты – это я, сама ж так сказала, сходишь вместо меня на домоводство. Давай, даю. Круто, теперь на уроки ходить не надо. Ты из гребешка, что ли, появилась? Клонирование освоено! Возможности безграничны! С чего бы начать? О, я же сегодня дежурная по комнате! Варвары, за уборку! Вперед! А? Милые царевны, сегодня у нас по плану практическое занятие. Все помнят рецепт волшебных блинчиков? Я помню! Я тоже! Теперь практика. Царевна Варвара Краса опять опоздала? Царевна Варвара Краса опять опоздала. Надеюсь, это в последний раз? Надеюсь, это в последний раз. Хорошо, Варвара, присоединяйтесь. Итак, приступим к приготовлению. Девочки, мне нужно срочно к директору. Да. Начинайте без меня, ладно? Только осторожно с блинами. Помните, они исполняют желания. Только осторожней с блинами. Стой, ты куда? Не трогай это! Да вы что, уборку делать не умеете? О, фу, какие вы неуклюжие. Сделаю новых. Сделаю новых. Тварь в глазах рябит. Девочки, это все они. Я не виновата. Я не виновата. Да хватит уже кривляться. Да, хватит меня кривлять. Девочки, помогите. Стойте. Вы что, меня не узнаете? Как не узнать? Одна другой одинаковее. Да ж ты шутишь. Я вот она я. А это какие-то злые пародии, вредители. Я совершенно на них не похожа. Варь. Если, конечно, ты Варя. Вообще-то похоже. Один в один. Я? Один в один? Правда? Как-то я себе не нравлюсь. Совсем не нравлюсь. Варь, а на домоводстве это ты была или? Всю муку рассыпала. Муку рассыпала? Ну да, у нас же практика сегодня, ты забыла? Печем волшебные блины. Они желания исполняют. Желания? Точно! Я напеку блинов и избавлюсь от этих хулиганок! Ой!
Копия испарись! Копия испарись! Блин, пекись! Копия испарись! Блин, пекись! Девочки, помогите! Копия испарись! Здрасте, а мы тут блинов напекли. Ага. Привет, мы царевны. Подписывайся на наш канал.